Мы разные. Разные интересы, занятия. Но есть то, что нас объединяет. Новые факты про страшную дедовщину у печах, про здеки, сбитё и фактичный рэкет с боку сержантов и офицеров. Повышение тарифов на коммунальные услуги планируется провести до конца нынешнего года. Так коммуналка будет оплачиваться почти в 100% размере. Граждане Беларуси должны ежегодно платить налог на ту неясность. Не стоит молчать. Твое право на мирное собрание.